Олег Веденеев оказался одним из счастливчиков, которым выпала честь попасть в число первопроходцев ямбурского месторождения. В середине 80-х сюда стремились многие, но удавалось это далеко не всем. Это был 86-й год, ноябрь месяц. Устроился по вызову генерального директора Пашина Сергея Тимофеевича. Сюда, когда приехали, устроился оператором на ГП-2. Вот, там отработал год, потом потащили понтона ГП-5, и штат открылся, я сюда перешел. На месторождение Олег Веденеев приехал, будучи специалистом с опытом. Получил его, работая оператором по добыче нефти и газа на предприятии «Аксаков нефть». Первый год Ямбурга – своеобразная дополнительная северная стажировка на второй установке комплексной подготовки газа. Все знания и навыки пригодились в первые месяцы после пуска «пятерки». Напряженное время настройки всех систем ГП. Работы очень много было, да, конечно. Чем? Ну, чем занимались? Технологии также. Также шлейфами, технологии в цехах. Справились со всеми трудностями. Впрочем, по-другому и быть не могло. Успех – категория составная. По мнению Олега Веденеева, главные его составляющие – профессиональные знания, ответственное отношение к делу и крепкий коллектив. Хотя, особенно поначалу, бывало всякое. Случайных попадалось очень много поначалу. Кого-то север не устраивал, там морозы, там кого-то. А сейчас как случайных людей как таковых нет. Наверное, все устоялось. Ну так, да, устоялось как-то уже все. Пятый промысел ямбурского месторождения стал главным делом жизни Олега Веденеева. Здесь прошли 30 его трудовых лет. Впереди у ветерана новый период. Олег Веденеев переходит на заслуженный отдых. Впрочем, зная деятельную натуру нашего героя, можно смело утверждать, что отдыхом это будет называться условно. Сделано в жизни немало, и еще столько же предстоит. Юрий Грига, Кирилл Мамонов, ямбурское месторождение.